А Казахстан при Таканье мне нравится больше, потому что появилась возможность говорить. Я в свое время там в одном из своих интервью говорил, вот слова Швебеля знаменитые: если в стране правду можно говорить только шепотом, значит, страну захватили враги. Вот. При Назарбаеве это было так. То есть страну захватили враги. Сейчас говорить можно. –